Приветствую всех снова на своем канале. Огромное спасибо, что продолжаете смотреть мои видеоролики дальше. Это видео будет совсем неоднозначное для моего канала, потому что обычно я говорю про воздержание, про вред онанизма. Но сегодня я решил затронуть тему, как бросить курить. И как, в принципе, бросил курить я сигареты и не только, потому что я курил и другие вещи под названием... Я не буду даже упоминать эти названия, чтобы вам рекламировать, но это тоже очень вредно для нашего сознания. Многие думают, что так они расслабятся, что им станет лучше, что они получат удовольствие и так далее. Но на самом деле это огромный всплеск дофамина. То есть ты получаешь нереальный допинг, и тебе хочется сорваться на порнографию. То есть это на своем опыте проверено, что мои срывы происходили, когда я употреблял эту гадость. И к тому же сигареты тоже я не видел в этом смысла, но по сигаретам меня никогда не ломало. Да и по этой хрени тоже меня не ломало, про запрещенное курение я сейчас вам говорю. А сигареты я бросил при помощи бодибилдинга. То есть я вот делал спорт, то есть я много кушал, у меня был аппетит обалденный. Потому что когда бросаешь курить, у тебя появляется аппетит, но тебя тянет на вредную еду. Тебя тянет на такую еду, как пицца, фастфуды, чипсы и так далее. Точнее, чипсы, не пицца, чипсы. Но я старался этого не есть, я старался питаться более правильно. Уже в один момент, в один период, в сентябре, это, кажется, было, я себе сковородку гречки с курицей делал, и все было обалденно. И все, как и не бывало, то есть зависимость от сигаретами. Я курил на протяжении 3 лет сигареты, самые дешевые, то есть такие дешевые, гадкие. Потом перешел на тоники, когда с бюджетом стало получше. Но все равно, это просто вот ты покупаешь и травишь себя, ты тратишь деньги, а особенно во Франции. Представь, вот ты живешь во Франции, и тут сигареты стоят 11 евро, либо 10 евро, пачка. Это означает, что 50 копеек одна сигарета, если там 20 штук, да, находится. Это очень дорого. Это действительно дорого для человека, который зарабатывает там даже те же самые минимальные суммы. Для него это дохрена, но он продолжает, тем не менее, курить. Я уже не говорю про запрещенные препараты, которые стоят намного-намного дороже. И они как раз-таки тоже, большинство людей это курят, вместо того, чтобы тратить эти деньги на спортзал тот же самый, либо же на саморазвитие, на тот же самый платный курс, который я взял английского. Многие говорят, что в комментариях я увидел, что... Приложение должно быть бесплатное и так далее, это все развод. Но лучше тратить на это деньги, чем на сигареты, на бухло, на алкоголь, либо же на премиум-контент в порнографии. Я не прав разве? То есть так ты хотя бы улучшаешь свой мозг, ты даешь ему пользу, ты даешь ему знания. Да, ты заплатил за это. Скажешь, что типа, Амит, можно бесплатно найти кучу информации про английский язык и так далее. Но мои друзья, дорогие мои, это удобно, это комфортно. Ты заплатил, ты получил то, что тебе надо. Почему я должен... в этом себя отказывать, а позволять себе там курить всякое говно. Поэтому я бросил курить, и уже спустя короткий промежуток времени я заметил положительные изменения. То есть мне достаточно всего лишь одной чашечки кофе, чтобы я чувствовал себя энергичным, хотя внешние допинги я осуждаю. То есть не нужно всегда зависеть от кофе, нужно изнутри обладать той самой энергией, которая тебя должна вести по прямому пути. Но на самом деле кофе это как бы вот единственная зависимость, которая у меня есть. Я вот реально много пью кофе. Это мне дает энергию. И лучше быть трезвым, потому что кофе, он тебя отрезвляет. Он тебе дает энергию, ты начинаешь что-то делать более активно и так далее. Чем когда ты расслабленный, на кайфе, притупленный или же там более успокоенный. Я не осуждаю курильщиков. То есть я понимаю, что некоторым сложно. Вы начинаете считать дни. Сколько дней я уже не курил? Сколько дней я не покупал эти сигареты? Но, мои дорогие друзья, не стоит так делать. Надо просто перестать покупать сигареты. И все. Это намного легче, чем бросить порнографию. Потому что порнография бесплатно доступна в интернете. Очень много триггеров, очень много похоти. Но сигареты, боже мой, ну как же это просто? Ну, типа, понервничал, захотел покурить. Ну, зачем? Или там с другом, что ли? Друг, потому что твой курит, ты тоже хочешь быть крутым, как он, или что? Ты от этого круче не станешь, мой дорогой друг. Просто, если ты худой пацанчик, который курит, тебе необходимо начать нормально питаться, потому что сигареты, они глушат аппетит. Если же ты полный, который курит, да, тебе необходимо правильно питаться, но нормально в том числе. Если ты будешь мало питаться, будучи толстым, в тебе все обвиснет, ты похудеешь, но потом, когда ты начнешь резко жрать, прошу прощения за свою шепелявость, ты опять надуешься в 2 раза больше. Это закон подлости. Когда ты бросаешь кушать, фу. Я из принципа запишу это видео, несмотря на свою шепелявость. Я выложу это видео, потому что я люблю своих подписчиков. Я очень много годной информации здесь сказал. И я вам честно скажу, что я не готовил текст вообще.
То есть я не готовился, я просто вот на автомате подобрал тему, как бросить курить, и просто расскажи свой опыт. Оп, миссия сделана. Ладно, спасибо всем за то, что посмотрели этот видос до конца. Давайте я вам покажу для атмосферы, где я просто нахожусь. Это называется Море, это мое место силы. Я уже говорил некоторым из вас, избранные, не избранные точнее, а олды. Олды знают, сколько здесь всего интересного происходило, когда я был в 2020 году здесь. И легенда будет возвращаться. Я себя легендой воздержал. Не считаю, я считаю легендарными свои видосы, потому что я вот их смотрю и думаю: Амит, вот тогда у тебя было такое мышление, сейчас у тебя другое мышление, и ты меняешься, и твоя аудитория тоже, она вместе с тобой, вы вместе меняетесь, и это так обалденно, мои дорогие друзья. Я вот сейчас столько позитива чувствую, свежий воздух, все меня просто переполняет энергией и оптимизмом. Я надеюсь, что я смог вас сегодня зарядить тоже, несмотря на свою шепелявость. Я надеюсь, что моя энергия вам передалась, что вы получили свою порцию дофамина, потому что это второй видос за день. Всем спасибо за то, что посмотрели это видео до конца. Если я смог вам дать совет, потому что ломок, в принципе, по курению не бывает. Просто не считай дни, не думай об этом, не вожделей, и все у тебя будет благостно. Я тебе это гарантирую.